Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Джон встретилась с президентом Южной Кореи. Во время встречи родственница главы КНДР широко улыбалась и даже пожала Мун Чжэ Ину руку, а также лично передала приглашение в Пхеньян от своего брата. Таким образом, девушка стала первой из семьи Ким Чен Ына, кто посетил Южную Корею со времен Корейской войны в начале 50-х годов прошлого века. Она приехала в составе делегации от Северной Кореи на открытие Олимпийских игр.